Владимир Борисович, Юля получила 3 Догана. Именно за то, что вы сами поддержали. За автоматическую систему, за попытку вести Асекуда, за попытку проводить кадровую... Разрешите, я внесу... Разрешите, вы все о прошлом, давайте о будущем. Разрешите, я внесу предложение о том, чтобы за отличные успехи в работе снять все 3 Догана. Вы не будете возражать? Это ваше решение, я приветствую. Я честно вам скажу, я полностью приветствую это, полностью приветствую вашу поддержку, Юли. Вы премьер-министр. Когда я был президентом, такие люди, как он, сидели в тюрьме. Я бы его посадил давно. И вам придется все равно его посадить, я вас уверяю, потому что такой человек, как вы, не можете работать со старой системой.